Сам Кирилл и его мама сейчас находятся в одной из клиник Мюнхена, где зарубежные специалисты обследуют мальчика. Совсем скоро, если все будет хорошо, ребенку сделают операцию. До сих пор опухоль была неоперабельной, то есть оперативное вмешательство было невозможно. Нам удалось связаться с бабушкой Кирилла, и вот что она рассказала о состоянии внука. 28 апреля мама с Кирюшей прилетели в Мюнхен. Их приняла Мюнхенская университетская клиника. Сейчас они проходят там повторно обследование уже по месту. Им делают повторно все анализы, МРТ, КТ и другие обследования. Врачи очень тщательно все проверяют и перепроверяют для того, чтобы принять решение, какого плана провести операцию. Кирюшка сейчас чувствует себя хорошо. Ему очень понравилось, там хорошая погода. Подружился уже с доктором. Мы сейчас ждем результатов. При помощи большой массы людей, жителей нашего города, организаций, все удалось. У Кирюшки сейчас есть реальный шанс выйти победителем в этой вот сложной, тяжелой жизненной ситуации. Поэтому огромное спасибо и низкий поклон всем, кто остался неравнодушным Кирюшке к нашей проблеме, к нашей беде.